Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Тольяттинские гандболистки помогли сборной России победить команду Казахстана на чемпионате мира в Дании. В Тольятти каратисты разыграли медали национального первенства. Волейбольная «Нова» одержала первую победу в чемпионате Суперлиги. В Новокуйбышевске местные волейболисты победили Нижний Новгород со счетом 3-0 в российской суперлиге. До этого «Нова» проиграла подряд 8 матчей. Следующий соперник – Кузбасс из Кемерово. Встреча намечена в следующее воскресенье. Очередное домашнее шоу волжане проведут 13 января против краснодарского «Динамо». В Тольятти прошло первенство страны по карате «Надежды России». Спортсмены отбирались на первенство Европы среди кадетов, юниоров и молодежи до 21 года. Самарской сборной не повезло, они не выиграли ни одного чемпионского титула, зато в медальной копилке 3 серебра и 2 бронзы. Шансы поехать на Европу у самарских каратистов остаются. Им нужно доказать свою состоятельность на учебно-тренировочных сборах в конце января. В четвертом матче предварительного раунда чемпионата мира по гандболу женская сборная России разгромила команду Казахстана 42-19. Свой вклад в победу внесли четверо спортсменок из тольяттинской «Лады». Очередной соперник гандболисток – сборная Румынии. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.